Пока большинство из нас готовятся к предстоящему застолью и праздничным гуляниям, врачи буквально хватаются за голову от количества пациентов, поступающих в травматологические пункты. Жалобы у большинства идентичны – переломы, растяжения, ушибы. То есть, если, конечно, человек может встать, и у него в целом ничего не болит, либо болит не сильно, то, конечно, лучше самостоятельно с помощью там, близких ему людей обратиться в ближайшее лечебное учреждение. Ну, непосредственно травмпункт, либо больницу, приемное отделение. Если человеку очень тяжело и больно шевелиться, и как бы любая осевая нагрузка на конечность, то есть когда он встает, либо опирается на руку, дает ему очень высокий болевой синдром и чувство потерянности, ну вот в данном моменте, то, конечно, лучше вызвать скорую медицинскую помощь, которая поможет транспортировать человека уже непосредственно по месту предназначения. Избежать повреждений в зимний период поможет правильная обувь. Врачи рекомендуют выбирать ботинки и сапоги с глубокой и широкой подошвой. Такая минимизирует риск падения на скользкой поверхности. Кроме того, важно уметь падать. По-хорошему бы научиться падать, но вот. Это как бы те люди, которые умеют падать, конечно, это хорошо, чтобы не падать напрямую руку, либо подворачивать как под себя ногу. Это очень заканчивается плохими последствиями. За 3 недели декабря с переломами и ушибами в травматологические пункты Химок обратились уже более 1500 человек. Из них 542 – дети. Еще больший наплыв пациентов медики ожидают в период новогодних праздников.